Всем привет! Сегодня 14 сентября, суббота, и наше утро начинается с вот такой замечательной прогулки. Муж предложил мне романтик. Что-то у меня какой-то муж романтик стал. В общем, опять мы приехали к нашим друзьям. Прокатимся на теплоходике. Саша, а мы точно попадем? Я думаю, что нет. А где мы там перейдем-то? Я сомневаюсь, что мы здесь попадем к причалу. А он говорит, нет. Ладно, отключусь, буду спускаться по... Ой, по лестнице. На набережную мы пришли. Стрелка. Это у нас стрелка ведь, да, Саш? Вот так вот. Здесь Ака впадает в Волгу. Экскурс вам такой. Ютуб-то, правда, вообще хандрит. Уже много моих родственников пишут мне. Хотели посмотреть влог, а в основном YouTube только крутит. Нижневолжская набережная. Отсюда речной вокзал. Отсюда отходят все суда. Прогулочные, туристические. Мы 2 сентября, здесь сегодня ветерок с Волги. Сашуля, ну повернись. Повернулся Сашуля. И я. Ой, вот он я. Солнышко, погода чудесная. Дела, конечно, дома есть, но... Говорю, Саш, пользуюсь случаем. Поехали, говорю, покатаемся. Саша, ты не был. Вот. Так что у нас субботнее утро начинается с прогулки по Волге. Кому интересно, поплыли. Не поплыли, так не говорят. Пошли с нами. Вот так поближе сделала. Кафе «Руки вверх» виднеется. Просто когда делаешь ближе, получается картинка такая прыгающая. А стабилизатор... Нет, все-таки он, скорее всего, пришел бракованный. Стабилизатор. Вот она, кафешка «Руки вверх». Ее здесь открыл Сергей Жуков. Ну, наверное, многие из вас знают группу «Руки вверх». Да, не нравится мне, конечно, прыгающая картинка. Все-таки, наверное, я сделаю поменьше изображение. На набережной можно увидеть вот такие кафе. «Горький кофе». Название символичное, как бы, не просто так. Для тех, кто не знает, до 1991 года Нижний назывался город Горький. Нет, изначально он был Нижний Новгород. Потом его переименовали в город Горький. Собор Александра Невского наш известный. Саш, не здесь у них вход, Саш! Саша! Не сюда ты идешь! Пошел. Отвлеклась. Потом в 1991 году его все, короче, сбило с мысли. Изначально в 1221 году наш город назывался Нижний Новгород. Потом я не знаю, в каком году его переименовали в город Горький. И в 1991 году вернули ему изначальное название Нижний Новгород.
Так, не путайте с Великим Новгородом, кто смотрит впервые. В общем, вот такой вот экскурс по набережной. Нет, не люблю прыгающую картинку. Вот мы пришли к фонтанам. Поющие фонтаны. Вкусная точка. Раньше здесь был Макдональдс. Сейчас вкусная точка. А! Сюда? Сюда? Ну, я сверху могу прийти. В общем, короче говоря, нам еще повезло, что наши друзья работают здесь. Ну, кто меня давно смотрит, знают. И Анюту, и Игоря. Вот они, поющие фонтаны. Набережная, конечно, длинная, но сейчас мы увидимся с друзьями. Прокатимся по Волге. И потом ждут нас дети дома. Поедем на встречу с детьми. Игорь Саныч, привет! Вот он наш капитан. И наша легендарная Линда. Сашуль, сделай ручкой. Сашулька сидит, ждет кофе. На нашем любимом теплоходике под названием Линда. Занавесочку вот так отодвинь, Саш. Вон она, Волга наша. Сегодня что-то прям паруса, парусники. Пешкова, известного всему миру под псевдонимом Максим Горький. Этот большой и сложный писатель, публицист, драматург родился в Нижнем Новгороде в 1868 году. Им оставлена огромная литературная... Мальчики! Здравствуйте! Че вы тут? Ну, все равно, наверное, хорошо что-нибудь. Ну, это весна. Че, Сань, тебе не дали порулить? Да я чуть ли бы его не поднял. Че, прав, что ли, Игорь? Че? Не дал ему по поштуру. Я его на дыбы чуть не поднял. Санька, ну что ж ты разошелся? Ты че прилично себя веди. Газу дал, педаль нажал. Педаль газа, да? Че, ради почувствуй. А мы там хорошо так тоже посидели. Посидите. Поболтали. Погуляйте. Вы под канатку, что ли, идем? Нет, вот в Александровский сад развернемся и вверх. Москва, и он еще. Эх, Санька, что ты зря ты не это, не порулил-то. А что там рулить? Неинтересно, да? Руля от меня не видно. Палочка. Железячка, да? Ну, красиво. Сегодня что-то это... Этих полно всяких тут парусников. Да какая-то регата. Вот куда? Вот они куда-то вниз пошли. Регаты-то сорвались. Тем более у меня навигатора нет. Как навигатора нет? Да, по Волге у меня не работает. Игорь, чушь, без навигатора. У меня вон телефон включен, навигатор. Ты че? Да ладно, ага, Игорь Александрович, он тут болтает. Нет, ну есть навигатор. Есть бы? Да, это? Конечно, да. Че? По реке есть. Да туда же зеркала, а как в машине, блин. Конечно, назад, погоди, там что у нас они кормят. Ну, вон какие яхты-то тут плавают у нас. Ну, тоже катают людей, тоже, что, достоялись, ну, да. Компании снимают. Арендуют, мы да. Тогда, да, тоже плавали. Да, вон какие-то чем прям под парусники. Круг есть, не хочешь? А? Круг есть у Игоря. Поплавать не хочешь? Так это Пашки мы хотели тогда одеть. А что они одели-то? Сфотографировались.
Он с тобой что-то в восторге был, вышли, потом у него рот не закрывался. Как он тут? Ну-ка. Новый у нас дворец спорта. У нас вроде бы канат-то делают, канатный завод. Ну не знаю. В общем. Вот, что-то сейчас у них с канатами, поэтому канатная дорога. Канатная дорога у нас справа по борту, да, Игорь Александрович? Да. О, блин, я в капитаны могу, если что, возьмете. Если что, меня возьмете в капитан. С курсоводом. Да? Нет, в капитанши хочу. Буду тут заруливать, блин. Тут заруливать не надо. Не надо? Нет. На мель-то посадишь корабль. Я здесь и мель знаю. А кто Макарий? Слева по борту у нас. Вечером, да, вот я заметил. Вечером собираются. Усадьба Рукавишниковых. И да. Этот, наверное, ГИТО, красное здание-то. ГИТО там. Там ГИТО? Да. Институт травматологии. ГИТО нет? Левее туда. Да. Ну вот усадьба Рукавишниковых. Усадьба Рукавишниковых, вот. Ага. ГИТО туда левее. Ну, блин, усадьба какая. О, жила же кучка людей, а? Ну, чё? Такие люди Россию делали. Вот. Богатые, красивые. Знаменитая Чкаловская лестница. С воды вот так вот смотрится. Кремль. Башня не знаю какая. Сидели на самом верху, там кафешки же были. Ну тоже. Надо было экскурсию слушать, а мы тут с Анной беседовали. Вот такая красота сегодня опять у нас. Все жопы зеленые. Ну а что делать? Веном. Да. Горе покажи. Да, молодости все такие были. Это он меня в заблуждение вводит, Санька. Это вот ярами занимается там. Тащит, таскает. Ну да. Батагеры какие-то. Что там развлекается, что ли? 30 тысяч лет? Да, все больше популярно. Да нет, это куда-то идет он. С остановкой просто. Конечно. Ну, они могут так вот прийти, а вечером все, а дальше пошел. День простоял, вечером ушел. А, экоход стоит. Москва 143. Тут две Москвы-то катаются, значит. Ну да, да, две. 198-я. Прогулочный. Говорю, сейчас будет. 143-я. И вот два. Будем проходить мимо здания речного вокзала с воды. Да. 143-я, там еще одна какая-то. 198-я. Красивый у нас все-таки город. Ну, не набирает народу, наверное. Гордость, то, что мы родились и выросли. Вот народ-то есть, он привел это. Есть, а вот да. Здание речного вокзала. Подходим к зданию речного вокзала. А вам сообщает уже, сколько народу будет или нет? Нет, мы здесь. Вот здание речного вокзала. То есть вы сейчас не знаете, есть ли на час или нет народ? Вид с воды. Ну, мне только вот на телефоне это... Посвечь какие турагентства, билеты. Давай, помахай. О, звезда экрана. А где Сашулька? Не знаю, Сашулька. Вон спускается Сашулька. Так, звезда экрана. Водичку заберу. А звезда экрана. Сашулька из рудки спустился. А что тебе, да порулить-то дай мне? Да блин, я его чуть на дыбы не пойду. Давай, давай. В общем, вышли мы с нашей Линды. Пошли дальше. Пока гуляли по Волге, фонтаны запели. Поедем домой. Дети ждут.
гуляем. Ехали мы домой. Мальчики решили сломать ворота. Вы что, крушите все? Собаке. Вы что за ними? Зачем? Ты почему всегда хочешь откусить райдеру голову, мэр? Я понимаю, что ты женщина. Да. О, мальчики ворота ломают, Катя. Ой, блин. Пойдем от седа. Ой, дед. О, дед, у меня уже там все выпало. Ёпперсете. Мэр, вы еще не оглохли? Она на сварку смотрела. А тут у нас что за... Она на сварку смотрела. И что будет? А тут у нас что за беспризорник в тамбуре сидит? Она ослепнет, потому что она сварку смотрела. Конечно, ослепнет. Не ослепнет, она собака. Беспризорничек, вы что тут сели? Ой, гадость едите. Мальчишки на крышу залезли. 10 лет уже нашему домику было в этом году. Герметик где-то уже все исчерпал свое. Был сильный ливень. Был сильный ливень. И на террасе, вот здесь, вот на террасе, текло. Такой день классный. Вообще, бельишко он сушит. Сейчас дед... А дед-то, может, баню уже его... Там им давно пора. Сейчас надо его заслать. Пойду-то от деда попрошу баню, чтобы затопил. Ну ладно, Никит, ты если падать будешь, розы не поломай, ага. Самые главные розы, вот здесь у меня розы. Самое главное их не поломать. Не помогу. А, нет, Сашка, ты не вылез. О, Катя пришла, молочка принесла. Помаши ручкой. Лухин у нас следит за мойщиком окон. Стекол, вернее. Да, Пашуль? Все заняты делом. Ну какая прелесть, а? Дед сейчас баню будет затапливать. Мужички сделали ворота. Полезли. Только делали... они их сломали. У вас сзади... У вас сзади лижут. Да? Они, то есть, их не починили, а наоборот. Нет, нет, они их починили. Сломали! Пашулька чистоту наводит. Ну... Все заняты. Так приятно наблюдать, а? Ну ты что, не трогай его, пусть моет. Он еще не закончил. Цикл-то. Цикл-цикл, мотоцикл. Цикл-цикл. Мэр, ты только бездельничаешь, да? Рожа твоя серая. Ох ты, морда серая, волчья. Райдер, а ты что не работаешь? Райдер. Два бездельника у нас. Ну, давай, Павлушенька, следи, следи пока. Мальчики, арбуз тоже последний, что ли? Мальчики сходили. Она сказала, что он сладкий. За арбузом и за дынькой. Мальчики сходили. Да, мальчики? Да. Угу. Сидят, отдыхают. А у меня печалька печальная. Кто мои шортики смотрит, я уже показывала. Он моя старушка, которая служила мне верой и правдой 23 года. Ну все, отслужила. Стоит, вот не знаю, что с ней делать. Выбрасывать жалко. И чего она из строя вышла. И дверь у нас нараспашку. Иду дальше. Показывать вам. Хризантемы. Букет хризантем. Какую-то вы дыньку взяли, зеленую. Ну, не знаю, что они там взяли. О! Вот, пришлось покупать новую машинку. LG взяли. Ну, не очень дорогая, дешевенькая. 33 тысячи. Я не сколько? Знаю. 33. А, ну и плюс еще шлангов. Ну, шлангов там что-то не намного. В общем, вот, не знаю, сколько уж это прослужит. Та служила мне 23 года, Паша, представляешь? Сколько? 23! Ну, а теперь... Купили, не знаю. Это старая. Она да, она настоящая, итальянская, Ariston. А это LG китайского производства.
Мальчики уже мангал тут. А сами ушли. Остатки розочек осенних. Трещит. И никто не смотрит за мангалом. Алло. Все ушли. Банька уже готова. Натопилась. У тебя нет листик? Карман. Карман? Давай. Где у тебя нет кармана? Сашулька в баньку пошел. Нет кармана. Он что-то с сараем сегодня делали. Хризантемами надо заниматься. Иначе им тут тесно у меня. Ну что, вы пошли, мужички? Баньку? Ну давай, я заберу. Что-то мне хотел отдать в карман. На свечке 100 рублей. Ну вот, все ушли в баню. Иди, иди. Все ушли в баню, а здесь такое этот костерище. Ай, эти мужики беспардонные. Все помылись в баньке. Саша Телепуськин. Никита, он и то в майке, как культурный мужик. А Сашка у нас все время топлес. Все время. Шашлычок. Под коньячок. Может, мы здесь сегодня посидим? На природе. А кто нас сожрет-то? Комары. Где они, комары-то? Ой, я после бани. Ой, хорошо, как на улице-то. Отпыхиваюсь. Надо пойти мордочку лица помазать. О, красота. Вот, ну, и, вот и шашлычки подоспели на ужин. И кабачки. И салатик с руколой. Суббота, баня. Суббота. Ужинаем. Воскресенье. Вчера влог не выложила. Да что-то вообще сейчас нет желания. Все родные, ну, кто меня раньше смотрел, все сейчас пишут, что вообще невозможно. Уже некоторые операторы YouTube перекрыли. Вот думаю, на какую платформу ходить. А, да, вот. И мы с Сашей решили... А, ну, он закрытый, наверное. Мы с Сашей решили прокатиться... Скит Богородицы, но он закрытый, нас сюда не пустят. Я думала, он действующий, а тут что-то все закрыто, перекрыто. Ну там кто-то, конечно, есть. У нас точно не пустят. Ну, в общем, решили съездить, посмотреть, тут у нас места. Ну, здесь люди-то есть, окна открыты. Козы вон там лежат. И строящийся храм видно. Вот так больше ничего нет. Лес кругом. Но за грибами мы точно не пойдем. Ну, короче, нам бы с Сашей попутешествовать только. Прокатились. Вот такие ворота. Вот собака залаяла. Ну, здесь есть какое-то подворье. Только все закрыто. То есть туда внутрь не попасть. Ну, Санька у меня поехал. Пока, Сань, помашем ручкой, и он мне машет. А я в припрыжку. Ну, тут недолго, в принципе, бежать-то немного. Но все равно красота такая. Умиротворение. Давай, Сашуль, езжай, давай, давай. А что ты возвращаешься-то? Страшно, что ли? Я испугалась. Я не испуглива. Ну, тут мужской, от мужского монастыря подворье. Я-то думала, здесь храм есть, а здесь его нет. Здесь просто какой-то скит. Скит, ну, наверное, здесь монахи, что ли, трудники, не знаю. Ну, там, может быть, какие-то эти постройки.
общем, короче, на экскурсию мы с Сашей съездили. Возвращаемся. Погода, кайф. Комары, как летом, лютуют. Вот такие у нас места. Леса кругом. И тут буквально сколько мы ехали? Минут 10, наверное, от дома. Грибов таскают, клюкву покупали вчера на соседней улице. Можно, конечно, и самим, но не знаю. Вот что-то леса мы не очень любители. Кто там? Птица какая-то. Какая у нас красота здесь все-таки. Ай! Дороги только. Доехали мы с ним до Рожного. Ну, здесь я уже была в этом храме. Очень старинные иконы. Батюшка уже давно служит. В общем, так вот у нас получилось такое путешествие. Ну, там, конечно, тоже и есть источник на территории храма святой. И иконы старинные. Тишина-то какая. Ведь это село Рожново. Где народ-то? Воскресенье, 5 часов вечера. Или как мы, все путешествуют. Ребят, погода, конечно. У нас прям лето. Летнее лето. Ты что делаешь? Открыто? Ну, я не знаю. Там, наверное, сторож. Нельзя. Нет, ну, нельзя, наверное. На территорию есть. Да нет, нет у них вечерних, наверное, только утренние службы. Вот такая красота. В общем, путешествуем. Ну, правда, у Саши футбол. У тебя футбол, что ли, вечером? Да, 5 часов вечера футбол. Сейчас попутешествуем, а у меня еще ждут меня там заготовки. Остались перцы. Вот хочу сделать их. Мы были в этом храме с девчонками. Крестный ход тогда был. Вот конечная точка была, куда прибывала икона. Вот в этот храм. Но это тоже 15 минут от нас езды. У нас здесь замечательные места. Вот замечательная тишина, спокойствие. Вот такие вот намоленные места. Это этот храм, он даже, по-моему, был не разрушен. То есть, как вот он начал свое существование, так он и существует. Вот, и батюшка здесь давнишний, я уже сказала, давно-давно служит. Так что вот. Ладно, поедем домой. А то Сашулька на футбол. А завтра на работу.